Володя пошел, понес мешки. Не знаешь, где подойдет. Вот он, повез. Гуманитарная помощь поступила. Одежда. И вот сейчас повезли ее. Надежда Васильевна прислала. Гуманитарка. Обернулся на калитку. Это Володя тут. Так. Что-то сунулся. Дверку забыл закрыть. Так. Вернулся назад. А куда же это он пошел? Вот он идет. Идет домой. Что там у тебя? Еще? Все, последнее. Ну давай. О, 4 мешка гуманитарки. Вот оно какое дело. Вот он пошел, еще понес. Это надо получить. Вот сколько время пройдет, пока все это выявится, куда надо. Ну, плохо, но все-таки видно, что 2 мешка несет. Так, помолиться надо. Видишь, вернулся, помолиться. Спаси его, Господи. Видите, какой порядок строгий. 3 поклона. Так, помахал рукой, благословил, Господи. Посмотрел, ничего нету почты. Защелку закрыл. Машину закрыл. Сейчас сел. И там перекрестился. И с Божьей помощью вперед. Игорь едет, у него 2 собачки с собой. Ну, баловные такой собачки, такие маленькие. Вон они выглядывают. Это утро. Сегодня 25 октября 2019 года. Вот такое утро. Собачка там, ремень натягивает. Все, пошел. Ночное время. Машина там стоит. Ночное время. Вот, пожалуйста. Все. Вот это тут ее из Орлогина выскочила. А Володя закрывает.
10 час ночи, 30 октября 2019 года. Не работал у меня. Сгорели какие-то провода в процессоре. И вызвали программиста, ремонтника. И все. Вот так. Вон он ее разворачивается, вы видать. А вы мастер хороший. Субботу вечером, сегодня 26 октября 2019 года, суббота, прошло богослужение. Вот сейчас машины подъезжают, братьев тут, и разъезжаются домой. Видно, что садятся. Не очень-то видно, но все-таки видно. Еще не ночь. Так, сумерки, это самое лучшее видно. Вот. Фургон тронулся. Подъезжает, вторая пошла. А тут видно еще вот стоят. А тут что-то ждут. Фиолетово. Ждут сейчас следующую машину. Еще вот несколько машин видно. Благослови, Господи. Слава Божию. Так, человек приезжал за поддержкой. Вот он
получил необходимое и уезжает. Слава Богу, там вторая машина какая-то большая ждет. В отчетности посмотрю, кто что получил. Чем богаты, тем и рады. Там третья машина, наверное, к нам идет. Павел говорит, мы нищие, но всех обогащаем. Это Бог так делает. Не имея ничего, обладаем всем. Вот оно, подъехало. Стоит. Как Бог удивительно делает. Так, это должен отъехать. Что-то долго он не уезжает. Человек идет. А это кто идет? Вот он идет. Вот тут с лестницы кошка слазит. Ага. Да и к нам заходит. А ну-ка зажги свет там. Доброе утро, Людмила Степановна. Сегодня я еду к Игорю, потому что вчера я у Василия там задержался долго, с дровами и всего. Там машина заблудилась у нас. И только сегодня вот только Игорь могу помочь. Так что уж меня сегодня не ждите. Угу. Угу. Так, кого там, кто приходит, тебя отпускаешь? Все довольны? Все довольны. Все довольны. Ну и слава Богу. Больше нам ничего не надо. Пусть он Бога взял, славят. Он взял. Все, все, не надо ничего говорить. Все, взял. Да. Ты хозяин, не я. Так, чтобы я люди хозяин? Были сыты, обуты, одеты. Какой я хозяин? Вы хозяин? Да. Меня-то сразу. Тут и гуманитарка поступает, еще только нет. Все Бог делает так. Че, уходишь сейчас? Да, да, сейчас пойду. До вечера? До вечера. Ну все, с Богом, брат. С Богом. Думала пенсию получать. Едва на ногах стоит. Говорю, отложись. Один раз в неделю только за ней замежает машина Татьяна. Один раз. У нее своя семья, своя работа. Каждый день, как на побегушках. Поневоле вспомнишь сказку о рыбаке и рыбке. Сказала, за мной приехала Таня. Оказывается, никто не пришел. Вчера совсем не поднималась. И не могу ничего сделать. Молюсь только Богу. Это такой крест тоже. Как женщина рано глупеет. Как... Я полностью в этом вопросе согласен с Жириновским Владимиром Вольфовичем. 50 лет, говорит, и хоть в дурдом отдавай. Едва-едва поднялась и в город потащилась сумками. Там скорую помощь сколько раз. И где искать, в каком морге. Наказание. Приехала Надежда Васильевна, отпросилась куда-то идти. Срочно нужно в город. Благослови, Господи.
Куда-то пошла, кому-то рукой машет. Отпустила идти, а что будет махать кому-то садить, про это разговора не было. Машина собачки. Ага. Идут. Открывают. Ага. Наш маршал пошел. Так, собаку в машину. Теперь надо еще кого-то взять, чтобы мыть. Сегодня их очередь в храме уборку делать. Вот так. Милости просим, дорогая сестра. Ну и все, понятно. Сегодня 2 ноября 2019 года, суббота.